привет! Сегодня в Охотник.нет у нас обзор на цифровой прицел, который можно использовать и днем, и ночью. Это прицел фирмы Pulsar, прицел Фото РТ, диаметром объектива 60, с невидимой подсветкой 940. Здесь у нас в коробочке есть инструкция и гарантийный талон. Инструкция толстая, на разных языках, в том числе и на русском. Вот такой длинный чехол. На самом деле этот цифровик — это прорыв, потому что он очень компактный. Вот, например, раньше были диджи-сайты, которых сейчас, к сожалению, у нас нету. Какой же он легкий. Это по сути корпус обыкновенного прицела с электроникой, с цифровой матрицей, которая позволяет вам видеть как ночью, так это и днем его использовать. То есть он не боится засветки, вы можете открыть крышки днем и использовать его. Сейчас он выключен. Здесь сверху это подсветка инфракрасная, 940-я. У этого прибора есть подключение к Wi-Fi. Он пишет видео, у него есть встроенный видеорекордер, есть встроенная память. У него, в принципе, остались все настройки, которые были у старых диджи-сайтов. Различные модули можно подключить, за исключением. Он весит всего, вот данный прицел весит 820 грамм. А прицелы с меньшей кратностью, с меньшим диаметром объектива весят еще меньше. То есть это, по сути, обычный оптический прицел по габаритам и по весу. Но при этом вы можете ночью его использовать. Монтируется он на 30-е кольца, то есть, в принципе, стандарт. Отличные крышки. Ну и со стеклом никаких нет проблем. И самое, что интересное, он стоит очень дешево. Он стоит меньше 50 тысяч рублей. С учетом, в принципе, тех цен, которые сейчас есть на рынке, это очень бюджетный прицел, но при этом он еще и работает как ночник. Позволяет вам охотиться до 150 метров ночью при не самой, скажем так, плохой видимости. И днем никаких ограничений. Шестикратник данный прицел. То есть у вас постоянное увеличение 6. У данного прицела, как мы видим, установлен ИК-осветитель, который позволяет вообще в полной темноте при отсутствии луны и каких-то естественных источников света использовать этот прицел. Помимо всего прочего, в крышке есть отверстие для использования днем. Уменьшается поток света, и без потери качества и работоспособности прицела вы можете охотиться как днем, так и ночью. В этом уникальность этого прицела. Есть фокус, все поправки, вся электроника, то есть это полностью нафаршированный современный прицел за разумные деньги. И такой прицел мы предлагаем купить с отличной гарантией, с большой, с полноценной, в Охотник.нет.